исследование, проведенное Университетом Колорадо в Боулдере, раскрывает сложную историю одной из самых известных геологических особенностей Гранд-Каньона, таинственной и отсутствующий промежуток времени в летописи горных пород каньона, охватывающей сотни миллионов лет. Исследование приближается к решению загадки под названием «Великое несоответствие», которое ставит в тупик геологов с тех пор, как она была впервые описана почти 150 лет назад, пишет Fiz.org. Думайте о красных обрывах и утесах Гранд-Каньона как об учебнике истории Земли, объясняет Барр Пик, ведущий автор нового исследования из Университета штата Колорадо в Боулдере. Если вы уменьшите размеры скал каньона, вы сможете вернуться почти на 2 миллиарда лет назад в прошлое планеты. Но в этом учебнике есть странность, в нем отсутствует несколько страниц. В некоторых районах Гранд-Каньона камни возрастом более 1 миллиарда лет просто бесследно исчезли. Геологи хотят знать, почему. Великое несоответствие, одна из первых задокументированных геологических особенностей в Северной Америке, говорит Пик. Но до недавнего времени у нас не было данных относительно того, когда и как это произошло. Теперь Пик и ее коллеги сообщают, что серия небольших разломов, возможно, потрясла регион во время распада древнего суперконтинента под названием Родина. В результате разрушения земля вокруг каньона была разорвана камни, и осадки были смыты водами океана. Исследователи также предполагают, что это масштабное событие могло отразиться на восточной и западной половинах Гранд-Каньона по-разному и в несколько разное время, что привело к великому несоответствию. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.